Итак, ребята, всем привет! Сегодня в 18:00 по Москве состоится очередной стрим по Elden Ring. На прошлом мы, в общем-то, уже дошли до столицы, но пока еще я в нее не входил. Мы, наверное, доизучаем дальше плато, продолжим квест вулканового поместья, пройдем куда-нибудь вот сюда, рванем. В общем, надо сейчас будет качаться, потому что там уже пошли первые подробности о DLC. И суть в том, что там давали, получается, журналистам персонажа уже 150 уровня, а я только 80-го, поэтому до релиза, скажем так, дополнения необходимо прям докачаться до необходимого уровня, и плюс нужно пройти мога. Оказывается, в дополнение можно попасть уже с кровавой локации, там после победы над могом, настоящим, да, не иллюзией. Там, видимо, открывается проход в этот самый аддон Shadow of the R3. В общем, будем заниматься, будем все это дело изучать, конечно же. Ну, не знаю, постараюсь как можно больше сегодня, да, охватить. И вообще, думаю, наверное, больше стримов делать по Elden Ring до релиза Shadow of the R3. Короче, поглядим, приходите сегодня в 18:00 по Москве. Ссылки все есть в описании, там на Twitch, да. Все, буду вас ждать. До скорого.